Хочу всех поприветствовать, в первую очередь Ричарда и всех наших партнеров с океана, да, партнеров из США, партнеров, коллег, оплайн. Всем привет, всем спасибо, что вышли на связь, наших партнеров из России, из Германии у нас партнеры собрались. Я хочу сказать, что у нас немного, у нас сегодня через меньше часа осталось, сейчас остался до так называемый Старый Новый год, у нас праздник. Наверное, о нем США не слышали. Ну, я скажу. Да. Соответственно, собрались, ну, собрались именно самые, те, кому больше всех надо. Да, многие не смогли, потому как всех готов к этому празднованию Старого Нового года. Мы знаем, что регламент достаточно жесткий, времени немного. Ну, и ряд вопросов, и они могут повторяться теми вопросами, которые мы уже задавали в предыдущих встречах. Так как многое поменялось после тестирования, да, то есть мы просто повторимся. Итак, первый вопрос у нас по планам начнется работа Работа для, ну, для всех, массы. Когда закончится единичное точечное тестирование и когда начнется работа. Мы понимаем, что сказано, что когда будут заполнены профили, но тем не менее, как какой-то, наверное, регламент. Yes, I can. We'll start ranking sharing. It was set back a delay of a week or so because we chose to do videos and videos only. It pays out better and it's simpler for the entire world to view a video and get points and commission paid out on that. And you vote by downloading the app if you want it. That's the first step in ranking share. We'll do mostly apps. It allows us to do up to 5 ranking shares. Значит, прежде чем он прервался, Ричард сказал, что возможно старт, официальный старт программы ranking share откладывается примерно на неделю. Вот, и сейчас концепция меняется в сторону просмотра видео, но тем не менее в основном это будут задания, ranking share будут содержать все-таки задания, касающиеся приложений. Вот. Вот на данный момент будут и приложения, и видео. То есть видео про приложение, которое в итоге можно будет тоже скачать и выполнить с ними задание ranking share. Всего недельный будет задержка в старте программы ranking share, он говорит. You mean a week from the officially scheduled date of the official launch, or from today, or what? То есть это 7, от 7 до 10 дней с даты официального запуска, то есть с 10 января. Вопрос насущный, потенциально. То есть как бы 3 подвопроса. Да. Когда их начнут начислять сразу, мы из видео слышали о том, что это будет не сразу. Но, может быть, за эти там, пару дней что-то поменялось, и не до конца поняли мы из видео. Там говорилось о том, что будет постепенно наращиваться. Тем не менее, когда первые, вот, ну, самые какие-то первые, может быть, за какие-нибудь самые простые задания, не знаю, как это будет выглядеть. То есть когда начнут начислять, когда мы их в офисе, это первое, потом, когда начнут уже выплачивать, и каким образом все-таки будут выплачивать не США, странам. We anticipate we might take as long as 4 to 6 weeks to actually start paying out commission. We have a virtual wallet, or you get our debit card, we'll roll it right onto it. So any Visa, MasterCard, plastic card, we'll be able to pay to. Friday to Friday, the following Friday you'll get paid. Значит, на данный момент комиссии запланировано выплачивать спустя 4-6 недель после начала. То есть они начнут выплачивать комиссии. Да, вот первая задержка будет 4-6 недель, затем они будут уже еженедельно выплачиваться каждую пятницу. Вот, что касается формы выплат, то есть это будет виртуальный кошелек, с которого можно будет переводить деньги на любую дебетовую карту, Visa или MasterCard. Я понял. То есть получается от первого задания, которое когда-либо будет меняется, это минимум 4 недели, да? 4 недели. Получается, ну я понял, да. То есть, в принципе, та информация, которая звучала в ролике. Ребят, у кого еще вопрос? Давайте. Вопрос у меня такой. Мы все так поняли, что сразу за личную работу, вот эти поинты, которые будут, их невозможно будет, например, в странах, которые нелегализованы, получить. То есть за эти поинты в нелегализованных странах невозможно ничего получить. Правильно мы это поняли? That's not true. We absolutely reward points to everybody, and all the products in the redemption center, whatever the price, the point total to purchase it, is delivered to Russia, or should be included. То есть, например, если речь идет о России, то нет, поинты, значит, эти баллы начисляются, и вознаграждения будут также высылаться в Россию без всяких проблем. Но тут вот это говорится о вознаграждении. Мы говорим, я спрашиваю именно о гифт-картах. Возможно ли, то есть могут ли русские люди на эти поинты получить деньги, а не только какие-то товары? Не деньги, ты имеешь в виду, а гифт-карты? Ну, это деньги есть. Ну, нормально. Да. То есть не товары, а гифт-карты? Гифт-карты. Not until we're legal in Russia and have a vendor gift card in Russia. Нет
пока мы не легализуемся в России, у нас не будет поставщика подарочных карт в России. Мы не имеем права высылать подарочные карты за пределы США. Мы будем работать над тем, чтобы подарочные карты выпускались в каждой стране. Поэтому по подарочным картам ответ пока отрицательный. Мы пока не знаем, когда это заработает, но ряд компаний сообщили нам, что это возможно. Некоторые сообщили, что не могут, но это нас не остановит. Мы подаем заявку на легализацию в России и Германии и одновременно ведем переговоры с поставщиками подарочных карт. То есть я просто уточню, тут сразу же вопрос по поводу других русскоязычных стран, Украина, Казахстан. Или, то есть речь идет о русскоговорящем пространстве или именно конкретно о России? И под вопрос еще один сразу, чтобы спрос не приводить, я услышал, товар, то есть нам будут доступны в контексте этого либо карты, либо товары, да? То есть на выбор мы сможем эти товары заказывать, они нам из США будут приходить на эти заработанные баллы. Yeah, we're planning on doing all the countries in the Scandinavia market. We're planning on being everywhere in the world. Pretty much anywhere Facebook is, we're going to be. Ну, планируется, в общем, все захватить все страны, в которых, грубо говоря, есть Facebook, а также страны русскоязычные, которые вокруг России тоже. Another question is, if one person gets points, could he or she receive even some products, some things from the US directly? Yes, I'm going to repeat myself. Anything that's in the redemption center right now mm-hmm. can be delivered to Russia, and the shipping's included in the purchase price with points. Да, они могут доставлять из Америки в Россию какие-либо товары, и их цену в баллах включена доставка. Ну и правильно я понял, да, что наряду с Россией другие русскоговорящие страны также смогут. Нет, а он сказал, что они планируют. То есть это, ну, я могу еще раз спросить, но он сказал, что да. Планируют все страны тоже подключить. То есть план, да, узнать какой, по датам? Ну да, ну может быть по датам, да. I don't at this time, but if you'll give me a week, we'll have a call and I'll be able to give you a firm date on all of that. Ну где-то за неделю, возможно, они смогут подготовить уже план с конкретными датами. Вот, так что если мы созвонимся через неделю, он расскажет. Не, хорошо, понял. Время, смотрю, у нас осталось 10 минут. Следующий вопрос. Связано ли как-то открытие юрлица с той же России, к примеру, да, с возможностью выплаты комиссионных партнерам и выдачи карт? Или, ну, то есть, это какое-то обязательное условие юрлица, о которых говорилось опять же в Питере? Да. Или оно уже есть, да? Угу. И это будет когда-то в процессе, но никак не повлияет там, на выплаты угу. выдачи карт. There is not a legal entity in Russia, and it's not as crucial right now, but it will be very crucial the larger the organization gets. So we already know that what the activity is happening in Russia, so we're going to be very aggressive in getting a legal entity in Russia and the surrounding countries around it, because we want to be legal and compliant. It's very interesting to submit and let... Значит, в данный момент в России отсутствует юридическое лицо компании, но с ростом и своей агрессивной политикой, когда у них будет уже множество партнеров в России, они обязательно создадут юридическое лицо. И сейчас, на данный момент, в Южной Америке у них очень быстро идет процесс для легализации, и они также планируют и на европейском рынке, и в России тоже так же быстро действовать и, в общем, заводиться юридическим лицом в каждой стране. Сейчас у нас время поджимает, я ускоряюсь с вопросом. Конкретнее вопрос по поводу работы. Сколько ее можно будет делать в сутки, и как будет вообще выглядеть процесс? Именно этим человек, да? Да, да, да. Там говорили, что там в час до 5 приложений, сколько это может быть всего в день. И то есть людей это интересует в контексте того, сколько они смогут зарабатывать. Up to 5 an hour. Most likely it will be 5 an hour. 24 hours a day if you choose. Ну, значит, по объемам работы, значит, на следующей неделе, в какой-то из дней, он точно не говорит, можно будет начать уже работать, это будет 5 видео в час, и, в принципе, круглые сутки можно работать. От 4,5 до 10 баллов за задание.